Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Рече Господь своим ученикам: небо и земля придет, словеса же мои не придут. Одни же том или очисе, никто же весть, ни ангели и же суть на небесех, ни сын, токмо отец. Блюдите, бдите, молитеся, не весть ибо, когда время будет. Як уже человек, отходя, ставль дом свой, и дав рабом своим власть, и кому ж да дело свое, и вратарю повеле да бдит. Бдите убо, не весть ибо, когда Господь дому приидет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро. Да не пришед внезапу, обрящет вы спяща. А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите. Беже Пасха, я пресноцы по двою днию, исках у архиерей книжницы, как и гулестью емши убьют. Глаголах уже, но не в праздник, да никака молва будет людска. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 9 февраля, четверг. Мы с вами читаем Евангелие от Марка. Читаем главу 13, с 31 по окончании 13 главы. Это у нас получается 37 стих. И читаем главу 14, с 1 по 2 стих. Сейчас давайте откроем с вами русский перевод Священного Писания, найдем эти строки и прочтем еще раз на современном нам языке. «Сказал Господь своим ученикам: небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами являемся свидетелями одной из последних бесед Господа нашего с учениками своими. По великой своей любви и заботе в своих апостолах, вообще всем роде христианском, Господь открывает признаки последних времен. Последних времен, что для истории Иерусалима, тогда вот этого центра народа израильского, и вообще времен всего человечества. Что в этой беседе мы по толкованию святых отцов видим переплетение этих двух тем. И часто слова, связанные судьбы Палестины, является прообразом того, что будет судьбой вообще всего мира. Почему здесь так? Именно есть мнение святых толкователей, чтобы мы, видя, что слова, связанные с Иерусалимом, сбываются вот со всей этой потрясающей точностью, могли не сомневаться в том, что слова, касаемые уже страшного суда, пришествия второго великого и славного и страшного Господа нашего, что могли не сомневаться. Сомневаться, верить в это и, соответственно, жизнь свою правильно выстраивать. Очень часто человек, наверное, из-за своего самолюбия в жизни тешит себя, знаете, ложными надеждами. Придумывает что-то, опять же, по своим страстям, прихотям, что-то, чтобы ему подходило, как ему кажется. И потом начинает этого ожидать, требовать от окружающего мира и, более того, порой требовать этого от Бога.
А вот это, кстати, заканчивается тем, что когда мы от Бога ожидаем то, чего Бог нам дать даже не просто не может, а не желает, то это часто заканчивается разочарованием в Боге и отпадением от веры. Это, кстати, очень важная вещь. Тут, наверное, каждому из нас стоит еще сесть и разобраться самим собой, в своих отношениях с Богом, и задать вопрос, а что вообще я жду, что мне надо, что для меня здесь главное, что второстепенное. Если мы видим, что нам нужно в первую очередь, неважно что, но только не Бог сам по себе как личность, то нам нужно испугаться, остановиться, подумать, куда я иду. Я иду, в общем-то, ведь в ошибку, и в итоге могу уйти в погибель. Так вот, Господь своими словами о конце времен, о этих скорбях, о страшных испытаниях, которые ляжут на плечи всего человечества, и христиан в том числе, Он предупреждает и настраивает людей. То есть люди, знаете, все это будет. Вот будет именно вот так, как я вам сказал. Никак иначе. И моя воля непреложна. Тут мы с вами слышим слова, вот эти небо и земля придут, но слова мои не придут. Все может измениться. Все вплоть до того, что даже законы мира, которые сейчас есть, законы вообще мироздания не могут поменяться. И это поменяется ведь действительно. Но тут имеется даже не то, что поменяется, сколько восстановится. Скажем, в данный момент во Вселенной действует закон смерти. Все разрушается. Это то, что оно внуки называется энтропией. Все разрушается. Все приходит и стремится к какому-то хаосу. Что-то быстрее, что-то медленнее. Но вера наша говорит нам о том, что Бог не для этого мир создал. Не для каких-то развалин, не для небытия, не для зла, не для смерти. Бог, являясь жизнью и подателем всякой жизни, и творение свое создает для жизни. Мы сами знаем, опять же, из Священного Писания, из Божьего Откровения, что смерть вошла в мир, в кавычках сказать, благодаря людям. Люди, отказавшись от Бога, сами стали смертными. А так как весь мир каким-то удивительным образом завязан на человеке, то и мир стал смертным. Вот это должно измениться, должно исправиться. И вот и Господь пришествием своим, Он сеет в мире новое семя, семя новой жизни. Христиане в этом плане являются новым народом. Но это происходит, конечно же, не автоматически. Знаете, просто называться христианином и даже носить крестик на груди, оно на самом деле немного чего дает, особенно современному человеку. Это сейчас, знаете, особо не убивают и не гонят. Это не есть чаще всего исповедание. Ну, конечно, я не говорю про какие-то тут отдельные моменты, эпизоды. А так вот воля Божия, чтобы все восстановилось. Восстановилось и пришло в состояние нетления, бессмертия, чтобы везде и во всем был Бог. Так оно и будет. И вот в этом плане света небо и земля не придут. Старое уйдет, придет новое. Но это настолько превосходит вообще даже всякое наше представление о чем-то, что то есть, мы это представить-то и не сможем. Но вот важнее здесь для нас слова Господа, что слова мои не придут. Вот это вот очень важно. Вот читая Священное Писание, мы всегда должны себе вот в памяти это держать, слова Господа не придут. Если вижу, что что-то в Евангелии обличает меня, ни в коем случае я не должен пытаться лукаво как-то от этого, знаете, скрываться, убегать, избегать, пытаться объяснять это как-то по-своему. Или вообще глаза закрывать на это. Слова его не придут. Это будет. Это так и есть. Это воля Божия. Это не воля человека, который может меняться. Это воля всемогущего Бога. Совершенного Бога. Дальше смотрим. Господь говорит, одни же том и часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Для чего здесь эта фраза? Понятно, что апостолы, слыша все это, не могли не спросить Господа, что когда же, Господи, это будет? Скажи нам, время вот это вот, год, что сколько вообще осталось? Для чего апостолы это спрашивали? Ну, наверное, по-человечески это понятно. Ведь очень хочется знать вот четко, когда, что, почему. Но вот как бы то ни было странным, это человеку чаще всего не полезно знать свое будущее. Почему? Но один из ответов на этот вопрос таков. Вот это расслабляет, наоборот, человека. То, что все, что касается будущего для нас, вот в плане нашего спасения, все нам здесь Господь открыл. И вот сегодня Он подтверждает это, говоря, что то есть вот об этом не знает никто, ни ангел небесный, ни сын. Но здесь можем сказать, что сын как человек не знает здесь это. Вот, но как Бог, потому что он с отцом является одно. Несомненно, да, сын Божий здесь знает. Но здесь просто Господь этой фразой, он обрезает это любопытство апостолов. И говорит, что то есть не надо это вам знать. Все, что нужно, все вам сказал. А время точно вам знать не нужно. Да опять же, люди не расслаблялись. Есть у нас с вами, да, вот эта особенность. Мы всегда склонны что-то на потом откладывать.
время своего исправления, изменения там чего-то в жизни. Все думаем, что да ладно, еще же, в общем-то, терпит. Знаете, наверное, большинство людей, которые сейчас живут на земле, вот если вот их каждого по отдельности спросить, в какой-то спокойной, честной обстановке, желаешь ли спасения? Желаешь ли быть в раю, желаешь быть с Богом? Наверное, большинство все-таки скажет, ну да, а как? Ну это же вообще естественно для человека, желать блага для себя. Добра, счастья, знаете, такой вечной блаженной жизни. Чтобы не было смерти, боли, страданий, разочарований. Каждый пожелает вот этого. Но когда человек скажет, ну так в общем-то ведь не проблема, что вот оно, вот путь, ведущий к этому. Путь исполнения воли Божией, путь заповеди Христова. Путь духовный. Православный. Опять же, большинство скажет, да, это, в общем-то, ну, наверное, так и есть, и правда это, собственно. А когда скажешь человеку, так живи вот этим, большинство скажет, ну, да, но не сейчас. Потом, когда-нибудь. Да вот, это надо сейчас делать, это надо делать. А вот о душе будут свои заботиться, знаете, в старости, предположим, или еще что-то. И вот так человек вот откладывает, откладывает, а время уходит, страсти усиливаются, силы слабнут, дух становится все более и более мутный. И в итоге, даже если человек где-то в старости своей вспомнит о Боге, он же будет просто не способен сделать ему ни одного более-менее сильного и твердого шага. В этом плане, кстати, очень полезно человеку вообще от смерти думать. Ежедневно вспоминать, что мы смертны, и не факт, что завтра проснемся и будем жить. То есть, если мы с вами жили каждый день как последний, вот в плане нашего спасения, ну, что можно сказать? Жизнь была бы у каждого свята, праведная. Ну, планета бы сияла бы, наверное, просто как солнце. От тех праведников, которые ее бы наполняли. Кто-то может сказать, а я не могу жить свято, потому что тяжело. Полная ерунда. Один день может любой человек прожить свято и праведно. Любой. Сил на это хватит. На напряжение воли, на какое-то усиление, там, не знаю, себя, еще что-то, на молитву, на пост. Любой человек день может прожить. Одно лишь только здесь ответ – ни желание, ни родение. Смотрим дальше. Господь говорит, опять же, да, вот как некую притчу. Ну, первое сначала, что смотрите бодрости, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Ну, вот опять же, с тех соображений. Всегда будьте готовы. Подобно бы, как кто, отходя в путь, оставляет дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. То есть вот оно. Также каждому из нас Бог дает эту жизнь с теми особенностями, свойствами. Но вот каждого из нас он ждет, что он, этот человек будет готовый, когда Господь придет. Призовет его или в момент смерти, или придет во время своего второго славного пришествия. То есть мы должны понимать, что все, что у нас есть, это нам дано. И мы за это так или иначе будем рано или поздно отвечать. Хотим этого или не хотим. Отвечать оно придется. И вот лучше нам действительно в плане бодрствовать. Потому что не знаем, когда придет хозяин дома. Всегда надо бодрствовать. И не откладывать дело свое спасение на потом. Ни в коем случае. А что вам, говорю, Господь говорит, говорю всем, бодрствуйте. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Искали первосвященники и книжники, как взять его хитростью и убить. Все это видим. Вот оно опять. Это такое отношение уже ко Христу. Убить. Взять хитростью, ну как, обманом. В общем-то, все понятно. Всякие лукавые люди, они в жизни свои лукавые методы и способы применяют. Если бы действительно вот эти книжники, знаете, первосвященники, фарисеи были бы вот устроены, знаете, так вот по-настоящему честно. Пусть заблуждаетесь, но честно. Вот с ответственностью за свои слова, за свои дела. Ну, чего бояться? Ну, вышли бы против всех и сказали. Но нет, видим, их совесть-то их здесь съедает просто. Они лукавят сами перед собой. Вот это рассуждение. Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Боятся людей, боятся мнения, боятся какой-то реакции на себя. Ну, мы понимаем сами, да, откуда лукавство берется в сердцах людей. От лукавых духов, в общем-то, ни больше, ни меньше. Вот к Евангелию сегодня мы с вами прочитали, братья и сестры, читали Евангелие от Марка, 13 главу с 31 по 37 стих и 14 главу 1 и 2 стих. Также напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя!